мной. Сейчас я вам покажу, как наши выпускники пришли в гости к будущим первоклашкам. Пойдемте. Мы желаем будущим выпускникам утро начинать свое с зарядки. И не рыгачай ни пап, ни мам, и здоровье было что в порядке. По звонку, чтобы вставали, в школу вовремя бежали. Чтоб с дороги вы не сбились и нигде не заблудились. Чтоб домашним заданием выполнялись точно в срок. Чтоб с радостью, с желанием приходили на урок. Чтобы поняли, что главное не оценки, а умения. Быстрый ум и сердце доброе. Вам удачи и терпения! Вам тоже! В нашем классе все дружные. Мы очень хорошие друзья, и у нас очень много общих интересов. Мы помогаем друг другу. А она не умерла в природе? Умерла. И причем это не только школа. Мы помогаем решать друг другу общие проблемы, которые возникают там с друзьями в другой школе, в этой школе. Но у нас никогда не было таких сильных ссор, и я надеюсь, что их никогда не будет. Мы очень быстро сдружились со всеми. Нас в этом году пришло 3 новеньких девочки. И мы все русскоговорящие с рождения, мы прожили всю свою жизнь в России. И мы думали, что мы никогда не подружимся с этими детьми, потому что они выросли здесь, и они немножко другие. Но мы ошибались, и очень быстро, буквально с первых же дней, эти дети кинулись нам помочь, чтобы понять, как в этой школе, что в этой школе, потому что она немножко отличается от русской. И мы стали хорошими друзьями, и теперь мы не разлей вода. Даже после занятий в школе мы общаемся, перед занятиями, на переменах, на обеде мы всегда вместе. И в течение недели мы общаемся, и даже на каникулах мы проводим время вместе. Мы ходим в гости к друг другу, мы снимаем смешные видео, мы поем песни и играем в игры. У нас очень, конечно, все дети в группе разные, и я не могу сказать, что характеры повторяются, но мы находим компромиссы и решаем все проблемы. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Роскошнова. Это мой последний год в русской школе, и для меня это и радостно, и грустно. Я наконец-то заканчиваю 10 лет тяжелой и познавательного пути. Закончилась еще одна ступенька в моей жизни. Это было нелегко, но интересно. Моя первая учительница, Вероника Евгеньевна, научила меня писать и читать. Валентина Ивановна рассказала мне о географических открытиях. Лялина Татьяна Павловна вела меня в мир русской истории. Шервуд Евгения Борисовна познакомила меня с романом «Евгений Онегин» и трагической историей «Война и мир». Каминская Наталья Васильевна и Запивалова Елена Вячеславовна раскрыли во мне талант актрисы и уверенность в себе, как в человеке. Выступать на сцене перед большим количеством людей – это что-то особенное. Знать русский язык для меня очень важно, потому что на нем говорит вся моя семья. И без всяких проблем я общаюсь с родителями, бабушкой и дедушкой, и со всей своей семьей. Привет, меня зовут Александр Устян. Мне 15 лет, и я учусь в 10 классе в русской школе Александра Невского. Я начал учиться в школе в 5 классе,
и учусь тут 5 лет. Я единственный мальчик в классе. Мне очень нравится свой класс и все мои учители, которые учили меня тут целых 5 лет. Мне жалко оставлять русскую школу, но я всегда запомню мое время тут. Привет всем! Я Виолетта, и я выпускница русской школы. Я не проучилась здесь 10 лет, но я так привыкла к этой школе. Я пришла только в этом году, но я нашла столько много друзей. В русской школе мы делаем драму. Это очень увлекательный предмет. Это люди, когда показывают свои эмоции, чувства. И пусть они играют в жизни других людей, но это все как в реальности. Литературой, музыкой, танцами, фильмами. И это все давало мне какую-то уверенность в себе. И я очень рада, что и в русской школе у меня есть такая возможность. Я не играю никакой роли в спектакле, но я помогаю, и я заместитель режиссера. Мне это очень нравится. Пусть я не опытная и не специалист в этом деле, но я порой вношу свои идеи и свои какие-то новые вложения в этот спектакль. Мне это очень нравится. Здравствуйте, меня зовут Майя. Я учусь в 10 классе в Sydney Secondary College, Balmain Campus. Я родилась в Москве и 2 года жила в Сирии, в городе Дамаске. Когда мне было 3 года, мы переехали в Сидней, и я поступила в русскую школу имени Святого Александра Невского во 2 класс. Школа научила меня любить Россию, ее богатую историю и культуру. Сошел. Все говорят, и я сказала. И на весь мир ославить надо. Очень грустно мне оставлять школьные стены. Но я с большой радостью буду продолжать посещать русскую школу каждую субботу, так как в школе учится мой маленький брат. Привет, меня зовут Эля, мне 16 лет. И я родилась в Москве. Я переехала в Австралию 3 года назад, но в эту русскую школу имени Александра Невского я пришла всего год назад. Помимо школы меня интересует музыка и искусство. В свое свободное время я люблю рисовать и петь. Иногда играю на гитаре. Я никогда не любила ходить в школу, но в эту школу я хожу с удовольствием. Я очень люблю ее. Я люблю своих учителей и своих одноклассников. Каждую субботу на что-нибудь разное, и все всегда веселое. Но самое интересное событие в этом году – это, конечно же, бал дебютантов. Мы психовали, кричали, нервничали,
кричали на всех, на друг на друга и на учителей, потому что у нас никогда ничего не получалось. Маша, не ходя! Окей, это моя. Лев! Браво! Тебе так. Назад! Становилось все лучше и лучше. Как узор на окне, снова прошлое рядом. Кто-то пел песню мне в зимний вечер когда-то, словно в прошлом жило чьих-то бережных рук тепло, вальс изысканных костей и бег лихих коней.